Кого же направить? Давайте рискнем, мы смелые ребята, и пальнем в себя. Всем хай, с вами Юджин. Друзья, вы готовы сегодня испытать свою удачу? Сегодня мы с вами играем в игру Buckshot Roulette. Я думаю, что вы уже догадались, что речь идет о русской рулетке, только с дробовиком. Мы в туалете какого-то загаженного клуба, естественно. Где же еще проводить такие забавные мероприятия? Боишься? Мне бросают вызов, кажется, здесь. Мне нравится музыка, мне нравится эта атмосфера. Не то, чтобы мне нравится в ней быть, но когда она в кино или в играх, то прикольно. Мы идем. Вот оно. То самое место, и вот тот чел. Пожалуйста, подпиши отказ от претензий. Хорошо, нужно подписать, видимо, договор о том, что я не имею никаких претензий, если я вдруг подохну. Введите ваше имя. Четко хватает места для моего имени. Enter. Мне нравится. Блин. Короче, мы должны друг с другом сражаться за то, кто сдохнет первым. Первый раз... один настоящий патрон и два холостых. И он будет сейчас заряжать патроны в неизвестном порядке. Ну, естественно. И теперь я должен выбрать, выстрелить в себя или в дилера. Всего один патрон. Попробуем в дилера. Да! Есть! Есть! Угадал! О, боже мой, у него лицо и так было не очень симпатичным. А теперь... Ну, конечно, там же уже все... Там нету ничего. Стоп. Или он сказал один холостой патрон и два настоящих. Я уже не помню. Ладно, давайте выстрелим в него еще разок. А, ну да. Три настоящих и два холостых. Вот. Ставки повышаются. Ну что ж. Опять, я так понимаю, выбор за нами. Кого же направить? Давайте рискнем, мы смелые ребята, и пальнем в себя. Я не против иметь рот на затылке. Итак, он берет и делает свой выстрел. Не надо! Немножко дал слабину, Евгений, я обосрался. Ладно. Я забыл, сколько. Три настоящих патрона. Два холостых. Он только что сделал выстрел в меня, и все было окей. Значит, выстрел теперь в него. Сто пудов это будет настоящий патрон. Ну, получил. Мне нравится, как музыка реагирует на то, что происходит в игре. Юджин победил. Хорошо. Давай сделаем игру чуть более интересной. Опа, сейчас игра станет еще интереснее. Куда уж там, тут моя жизнь на кону. Оу. Каждому по два предмета. Два предмета каждому? И дополнительные предметы перед каждой зарядкой. Хорошо, давайте возьмем... Ага, что это? Это нож раскладной? Ладно, еще предмет. Газировка. А имеет значение, куда на стол располагать это все дело? Четыре жизни. Ага. Вот здесь прям все 50 на 50. О, нет. Если я сейчас ошибусь, погодите, это означает, это энергетик. А, это пиво. А это ручная пила. Шотган дает 2 урона. О-о-о, ну-ка. Мы должны его поиметь сейчас срочно. Я уверен, что этот выстрел будет засчитан ему прямо в рожу. Не стреляй, не стреляй, пожалуйста. Пожалуйста. О, это магический шотган. А, как я мог так сглупить? Я испытал удар. Мне нравится, как музыка начинает так оживляться. Окей, очень прикольная игра. Но тут много на удачи, конечно, завязано. Особенно в самом начале. Что ж, давайте посмотрим, что... Опа, лупа. Археолог. Напоминает о себе. Итак, ваше имя... Бог, что? Бог. Что это значит? Итак, два настоящих, два холостых. Что это дает? Посмотреть, какой патрон сейчас. Ладно, давайте выстрелим в него. Четенько. Какой же он криповый. Почему мы здесь только вдвоем? А что?
Наручники? Он еще выпил газировку и смотрит. Он вообще все делает. Ну хорошо, он теперь точно будет знать, что делать. Он выстрелит в меня, и, естественно, я сейчас получу пулю. Как я угадал. А, теперь я не могу ничего делать. Хорошо, он стреляет в себя. Блин, я хочу, чтобы он сам в себя прям выстрелил. Хорошо, у меня есть куча предметов. Давайте... О! Лупы повсюду. И пила. Сейчас мы сделаем очень грамотно. Сначала... Три настоящих патрона. Два фальшивых, холостых. Давайте заценим. Ага. Красный — это настоящий, да? Блин. Ладно, это настоящий патрон. Теперь давайте спилим. Ага. Газирочка. Выпьем, дабы восстановить себе здоровье. Все, она понеслась. Зачем я передернул затвор? Зачем он передернул затвор? Я не понял сейчас, что было. Какая-то дикая тупость произошла. А, погодите. Пиво не дает жизни. Сигарета дает жизни. Я еще больше туплю. Ох. Так, кажется, мне повезло. Но у меня два... Да, у него два выстрела, поэтому мне не повезло совсем. Осторожнее. Я что-то ничего не понимаю. Зачем он передернул затвор после того, как я попил? Сейчас мы разберемся. Давайте разберемся. Красный — это, естественно, патрон настоящий. Три таких, окей. Я не прочитал, что пиво означает. Кажется, я понял. Когда мы используем пиво, мы перезаряжаем дробовик, и патрон выходит. Таким образом, мы его как бы скипаем. И получилось, что я посмотрел, что это патрон не холостой, и просто его скипнул. Вот моя тупость была. Тупость была основная в том, что я не прочитал внимательно, что означает пиво. Давайте применим сейчас вообще все. Нам на самом деле нельзя церемониться. Ты поплатишься жизнью только что сейчас будешь. Хорошо, у меня теперь две их. А теперь мы смотрим. Ага. Вот теперь мы стреляем. Ух. Ничего, сейчас мы адаптируемся к игре и как следует поиграем. Да, ты не можешь ходить. Рискнем еще раз в него. Есть, отлично. Мы сравняли счет. Я не понимаю, как мы выживаем. Судя по его лицу, он играет уже очень давно в эту игру. О, нет. Он скипнул. Хорошо, ну, значит, получается, там будет теперь обычный холостой патрон. И все. Там ведь три? Три было. Отлично. А вот сейчас что? Сейчас будет тоже холостой, да, насколько я помню? Да. У нас ничья. Все, мы освободились наконец-таки. Что ж, нам нужно пополнить запас различных классных предметов. Усиление дробаша, жизнь. О-о-о! 5 патронов, 2 пустых. Нам обязательно нужно его грохнуть. Давайте, во-первых, выкурим. Почему-то в этой игре это не вредно для здоровья, наоборот, полезно. Режем. Я уверен, что этот выстрел будет как раз-таки победным. Победным, пожалуйста, победи. Да! Отлично, друзья мои. Он пал. И я победил. Юджин Винс. Это всего лишь вторая игра, да? Сейчас будет что? Супер-мега-босс? Да. Черт, мне очень нравится эта игра. Просто офигительная. Наконец-то мы готовы к финальному раунду. Финальный шоу-даун. Больше никаких дефибрилляторов и никакого переливания крови. Теперь ты и я. Мы танцуем на границе жизни и смерти. Это что такое? Это что такое? О! Каждому по 4 предмета. Никаких дефибрилляторов? Дефибрилляторов, точнее. Раз,
два, три, четыре. Ага, ты знаешь, да, я знаю. Всего один настоящий. Почему-то мне кажется, что я могу... Ну, стоп. Давайте в дилера лучше. Черт. Нет. Он скипы... Отлично, идиот, он скипнул. Как мне повезло. Скипнул настоящий патрон боевой. Продолжаем набирать. Ага. Ага. Еще... Господи, как много предметов. А он-то что себе набрал? 4. А, всего 8 патронов. Короче, 4. 50 на 50 опять. Во-первых, давайте оденем на него наручники. Во-вторых, я бы посмотрел, что там у нас за патрон. В таком случае мы режем. Ну давай. Готов принять? Бам! Сразу минус 2. Мне повезло с предметами, конечно. Он не может ничего сделать. Да, значит, мы продолжаем. Итак, это был всего лишь первый выстрел. Давайте попробуем. Давайте попробуем в него снова. А, черт. О-о. Вот сейчас... Оу, нет. Оу, нет. Нет. Очень интересно. И кажется, он сейчас подпилит, да? Я так и знал. Хорошо, он сейчас сравняет счет. О, красиво. Анимация очень клёво. И, ну, конечно же. Конечно же, он восстановит себе одну жизнь. Ну, говнюк. Так. А, он восстановит себе две жизни. Он точно знает, что там за патрон. Скорее всего, это тот самый патрон, который мне сейчас пробьет лицо двойным уроном. Сволочь. Ладно, ничего, у меня тоже есть сиги. Целых две причем. Я сейчас восстановлюсь. Я сейчас восстановлюсь, все будет хорошо. А? Черт. Нехорошо это. Я так и знал. Я так и знал, что это произойдет. Сколько можно? Сколько можно моему лицу превращаться в сыр? Ладненько. Во-первых, мы должны себя восстановить. А, кстати, предметы-то больше не даются. Как будто бы меня отец наказывает за курение, что я выкурить должен все пачки абсолютно. Слушайте, ну... Получается, сколько было уже? 3 патрона. Остался только один холостой. Ой, настоящий. Остался один настоящий и 3 холостых. Да? Да. О, боже мой. Тогда что мы делаем? Да. Давайте посмотрим. Ага. Хорошо, этот... Давайте ему так сделаем. Потом, что мы еще можем сделать с этим? Давайте выстрелим в себя такие. Ага. Ага. Сейчас, если это настоящий патрон... то, возможно, мы... у нас будет просто счет ровный. Ладно, давайте выстрелим. Черт. Но он не может ходить, да, по-моему? Ага, он не может ходить. А значит, стреляем снова. Да. Хорошо. Боевые закончились патроны. Счет сравнялся. Дальше будут просто холостые. Я прекрасно это помню. А смысл стрелять в себя? Можно же все время стрелять... Оу. Можно же все время стрелять просто в оппонента своего.
Окей, мне нравится. Нас снова напичкали различными... А, все. Вся обойма. Итак, три настоящих, два холостых. Три настоящих, два холостых. Смотрим. Это очень важно. Настоящие, прекрасно. Сейчас делаем двойной урон. Gonna die, bitch. You gonna die, bitch. Так. Дилер. Пахари, получи. У него две целых лупы, представляете? Две лупы. Он делает скип. Опа! Три патрона, да? Три, по-моему, было. Я забыл, сколько было. Я сейчас забываю. Хорошо, сейчас он, кажется, просто в себя направит, да, его? Он же сказал никаких дефибрилляторов. Дефибрилляторы. Я все время неправильно говорю это слово. Потому что мне в лицо много раз попадала пуля. Итак. Давайте немножко так, ну, расслабиться, чтобы здоровье подправить свое. Кажется, уже все. Уже все. Нет патронов-то. Я хочу, чтобы он в себя хоть раз выстрелил настоящим. Снова подачка предметов. Очень долгий раунд. И последняя лупа. Ладно, хорошо. Хотя бы одна лупа. Четыре патрона и два холостых. Это стрёмно. Смотрим. Слушайте, а может быть... Давайте скипнем. Сейчас делаем скип. Окей. Мы сделали, получается, 4... 4... Один холостой и 4 таких настоящих. 4 настоящих. Один холостой. Нам нужно выдуть вообще абсолютно все пивасы сейчас. Оставить 3 патрона. Ага. 3 настоящих, один холостой. Что делать-то? Я не знать. Ладно, давайте смотреть. Просто интересно. Отлично. Сейчас останется только 2 настоящих и 1 холостой. Мы сделаем вот так. Бам! Один... сейчас 2, получается, настоящих осталось, да? Господи, я все забываю. У меня дырява... Ты готов? Что? Почему я готов? К чему? Я выиграл? Стоп. К чему я должен быть готовый? Давайте на всякий случай пачку возьмем. В дилера, конечно же. Да. О! О! Это приз! Миллион долларов! Миллион долларов, пожалуйста. Я очень хочу миллион долларов. Есть! Миллион долларов, конечно же, все ради этого. И вот так вот мы едем домой. Хорошо поиграли. Познакомились с классными ребятами. Поздравляю, Юджин. А, я заработал 67 195 долларов. И меня выкинуло из игры. Ну, погодите. Мне просто интересно, а что если я напишу God? Как мне подсказала игра. G-O-D. Что?
Не получается. А пробел есть? Нет, пробела тоже нету. А что если проиграть? Мне просто интересно, что будет, если проиграть? Итак, стреляем все время в себя. И еще раз в себя. Я понял, для чего нужно в себя стрелять. Таким образом, ты себе ход даешь. Окей, вот сейчас я себя убью. Да, ты себе даешь ход, если ты выстрелил холостым себе в рот. Отлично. Давай, что там у нас? А, угу, понял. Три настоящих. Сейчас они все влетят мне прямо... Давай. Хочу в рот. Окей, теперь посмотрим концовку. Если есть какая-то... Тебе повезло, что оно оставило для тебя заряд. Поднимайся, бог-бог. Ночь только началась. И все начинается с самого начала. Это очень крутая игра. И как и Inscription, мне ее чертовски мало. Ладно, Inscription долгая игра, но мне все равно ее было мало. А так это и совсем. Я только начал во вкус входить. И она уже закончилась. Прекрасно сделана игра, детализация, качество всего, звуки, музыка, как все это работает, атмосфера. Муа, шик! И надеюсь, что вам тоже понравилось. Поставьте лайк, если так, и ждите меня в следующем видосе, который я выпущу, надеюсь, очень скоро. С вами был Юджин, друзья, и всем пять!